Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Значит, сегодня у нас 27 января 2018 года. Вот эту свинку мы брали ровно 2 месяца и 5 дней назад. Ну, брали мы ее месяц и 5 дней назад. Но сейчас ей возраст у нее 2 месяца и 5 дней. Ну, грубо говоря, 2 месяца и неделя. Только что мы ее взвесили. Вес ее оказался 32 килограмма. Я это видео делаю, ну, в большей части как бы и для себя, чтобы контролировать процесс, растет, не растет свинка. Ну и, соответственно, если кому будет интересно посмотреть, как происходит рост свинок. Значит, грубо говоря, в этом возрасте она должна была весить, в 2 месяца свинка должна была весить порядка 20 килограмм. Она, в свою очередь, ну, как бы немножко перебирает даже. Но это, я считаю, мини-плохо, с одной стороны. Ну, то есть, говорит о том, что неплохая у нее генетика, я так понимаю. Значит, что еще по поводу свинки? Свинка спокойная у нас. Видите, вот у меня Тимка. Тимка играется с ней, не бросается ни на кого. Уже успокоилась в плане. Раньше она какая-то была нервная. Еще маленькая была, сейчас уже поумнела. 2 месяца ей от роду. Ну, пока все нормально. Все у нее хорошо, она развивается. Кушает, водичку пьет. Все классно. Вес, повторюсь, 32 килограмма. Соответственно, ну, все идет по графику, так скажем. Думаю, в возрасте 5-6 месяцев она наберет вес около за 100 килограмм у нее должен быть вес. Поэтому, кстати, Вовчик брал свинку у знакомого. Вован, привет тебе. И спасибо. Поросенок растет, мама, не горюй. Может, сказывается еще тот факт, что в детстве их было, ну как, опорос был не очень большой, и у свиноматки было всего 5, ты ее не подымешь, 5 поросят. Соответственно, она получила очень хороший старт в начале. Вот поэтому при покупке поросят, конечно, тут еще какой момент. При покупке многие продавцы делают так. Берут поросенка, передерживают его там, ну, неделя, две, и продают за месячного в дальнейшем. А вы его покупаете, не можете понять, почему он не растет. А у него уже шерсть на спине, с ладошку, уши размерами, как у чебурашки. И вообще ему уже возраст у него 5 лет, елки. Соответственно, я когда брал у хлопца знакомого, не было никакого обмана. Он конкретно сказал мне его возраст поросенка. Я посмотрел. Ну, в принципе, я видел от его свиноматок поросят, как они быстро растут. Поэтому все меня устраивало. И, соответственно, результатом очень доволен. Результат просто превзошел все ожидания. 32 килограмма свинка набрала за 2 месяца и буквально неделя. В этом возрасте она должна была где-то вес у нее быть, ну, не более 25 килограмм. Где-то 20-23, вот так где-то. При этом она, видите, у меня, ну, достаточно хорошо растет. Все классно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.